думаешь, где мы? Сказала заблудшая душа, оплакивая свою судьбу. А, снова эти тупые браслеты! Ты кто? Мне нужны объяснения. Я смотритель. Страху нужны зрители и проводник. Смотритель? Направляйтесь в Осок, в место, где начинается жизнь. Тебе что от нас надо? Охрененно. Просто охрененно. Радиовышка, отправим сигнал помощи. Видишь, ты сможешь. Держу. Нахер, Голливуд, это нифига не просто. Слушай, Мойра, я сильно извиняюсь. Не знаю, во что я тебя втянула. Барри меня не простит. Ты ни при чем. А Барри пусть идет в жопу. Он как старая бабка. Скулит и ноет по любому поводу. Что скажешь? Не, не работает. Будь здесь. Я залезу проверить. Коллег доставили сюда против нашей воли. Я не знаю, где мы. На нас присобачили грёбаные браслеты, и с нами говорит чокнутая баба. А всех остальных убили какие-то монстры. Прошу, нужна помощь! Прошу! Повторяю. Меня зовут Мойра Бёртон. О, боже. Что это за место?
будь жива. Ты останешься у лодки, юная леди, я серьезно. Сейчас мне нужно заняться взрослыми делами, но я вернусь к тебе потом, ясно? Я не могу тут остаться. Не-не-не-не-не-не. Нет. Для тебя это слишком опасно. Здесь безопаснее не будет. Есть ли хоть один ребенок, который будет меня слушаться? Ладно, идешь со мной. Далеко не отходи. Топаем.